Впервые в Твери прошел фестиваль студенческой культуры «Молодежный квартал». Студенты среднепрофессиональных образовательных учреждений со всего Верхневолжья приехали в Тверь, чтобы пообщаться, научиться чему-то новому и, конечно, вдохновиться свежими идеями. Местом проведения мероприятия стал исторический парк «Россия. Моя история». Подробнее в нашем следующем сюжете. Парк «Россия. Моя история» собрал студентов в первых курсах среднепрофессиональных учреждений со всей области. Сюда приехали ребята из Конаково, Калязина, Удомли, Красного Холма, Ржева, Сележарова и, конечно, Твери. Для них подготовили обширную программу мероприятий. Где мы говорим со студентами, размышляем о будущем, о их мечтах, фантазиях, да, о тех идеях и инициативах, которые они могут с нашей помощью воплотить в жизнь. Гениальные, яркие и смелые – так характеризуют молодежь Верхневолжья старшие наставники. Свои таланты участники фестиваля демонстрировали на сцене. В концертной части участвовали лауреаты и дипломанты студенческих фестивалей всероссийского уровня и студенческой среды среднепрофессиональных образовательных организаций. Один из выступающих – тверской исполнитель под сценическим псевдонимом Яшкин. Молодому человеку всего 20 лет, а за его плечами уже много достижений в медийной сфере. Юноша – участник проекта «Голос на первом», актер команды КВН на СТС, победитель битвы каверов, и это далеко не все. Яшкин свою жизнь планирует связать с музыкой. Вообще началось все с 3 лет. Спасибо родителям, маме, папе, которые поняли, что я именно по этой стези буду бить дальше свою всю жизнь. И пошел в музыкальную школу, как и все дети, закончил ее успешно. Наверное, с 1 класса лет 6, но петь начал с 3. В душе. Поступил в музыкальный колледж имени Модеста Петровича Мусоргского Тверской области. И вот учусь упорно до сих пор. Думаю, что высшее образование тоже будет по музыкальной стихии. В программе мероприятия присутствовала и важная образовательная часть. Например, для студентов организовали настоящий мастер-класс по оказанию первой помощи по сердечно-сосудистой реанимации. Все как в жизни. Ситуация полностью смоделирована и похожа на реальную. Я качаю гражданина, я уже выдохся, и вот вижу вас. Молодой человек в очках, будьте добры, прямо ко мне. 1, 2, 3, 4, 5. Главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи подчеркивает, что сегодня важно и нужно знать, как оказать первую помощь, если медиков нет рядом. А очень важно быстро и правильно оказать первую помощь. Для этого не надо быть медицинским работником. Это не надо иметь там 10 лет медицинского образования. Надо сделать АБВГД. В нашем понимании каждый может спасти человеческую жизнь. Это первая, но студенты надеются, не последняя встреча в таком формате. Здесь ребята смогли не просто пообщаться, вдохновиться, но и научиться новому, завести друзей. Поэтому многие не прощаются, а говорят друг другу лишь «до свидания».